В некотором царстве, в некотором государстве, короче, во времена, о которых мы хотим рассказать, еще короче. Одним словом, жили-были. Совсем коротко. Иван, я царский сын. Глаза вылупил и молчит, как истинный. Влюбился Иван, но безответно. А тут еще как назло. Появилось на границе нашей страшное чудо-юдо. Королевство уже сожгло. Я, царь-батюшка, готов отчизне послужить. Чудо-юду найду и победу одержу. Но пока Иван с чудом-юдом сражался, пропала бесследно царевна Варвара из соседнего царства. Я внуков хочу. А я хочу, чтобы меня полюбили за глубокий внутренний мир. Царевна пропала. И отправился Иван на ее поиски. Невероятное. Да будешь мне три чуда чудных для музея, отпущу вас. А если нет, пеняй на себя. Смешное. Это кто мне тут воду мутит? Опасное. Я прошу прощения, мужчина, а вы куда нас тащите? Тебе в гости на ужин. Приключения. А ты же огнем можешь пыхнуть? Ваши сыновья исполнили состав. Пропасть. Как пропасть? Бесследно! Герои любимых сказок все вместе. Новогодние каникулы в этом году будут просто... Чудо-юдо! Наша сказка. Как допустили? Палач! Разрешите идти на казнь! Смотрите в кинотеатрах с 1 января. В 2D и сказочном 3D. Все ясно.